В северной столице появится театр многодетных мам. Благотворительный театральный проект стартовал на базе школы танцев. Так радуется мама троих сыновей, когда остается в одиночестве. Шутка. Марина учится раскрепощаться на виду у других участниц тренинга. Ее дети в это время в соседней комнате под присмотром няни. Мало времени остается на себя, наверное. Все детям отдаешь. И это уникальная возможность, когда ты можешь вспомнить о себе, как-то самовыразиться, открыться, научиться расслабляться, потому что за все это время сложно это делать. Проект включает в себя 8 занятий. Актерские упражнения, развитие техники речи, изучение разных видов театра. Мамы пробуют ставить собственные спектакли при помощи подручных средств. К примеру, кораблик выходит из шкурок апельсина, а волны – из кожуры банана. Лучше взять кусок поролона и изобразить гусеницу, чем взять игрушечного зайца на руку, голова у которого будет падать. И все это не так. И вот он не так дышит, не так ходит, не так сидит. Здесь скорее не идет речь не об обучении, а о том, чтобы своим примером, своим мастерством, своими знаниями вдохновить людей на то, чтобы они могли творить, потому что в каждом есть, мне кажется, такая потребность, желание и возможность. И вот, мне кажется, наша задача за 8 занятий именно вдохновить на то, чтобы дальше люди могли развиваться и творить. Попробовать свои силы в театральном искусстве приглашали всех желающих, но по итогам отборов выявили интересную закономерность. Оказалось, что чем многодетнее мама, тем выше мотивация. В итоге до обучения дошли те мамы, в чьей семье от 3 и до 6 детей. Полученные умения они покажут родным и близким на большом итоговом выступлении 12 марта на настоящей театральной сцене.